Центральная городская библиотека «Спасска» была основана в 1917 году. За более чем столетнюю историю учреждение несколько раз меняло адреса. Последний переезд состоялся в 60-х годах. С тех пор прописка у библиотеки постоянная. Сейчас в ее помещениях идет долгожданный ремонт. Учреждение культуры стало участником государственной программы «Модернизация библиотек». Работы идут за счет краевого бюджета. В рамках 5 миллионов рублей будет закуплено современное оборудование, мебель, и мы увидим уже, я думаю, в ближайшее время современную, качественную и максимально инновационную библиотеку. За год библиотеку посещают около 7 тысяч человек. На время ремонтных работ некоторые книги и журналы из взрослых залов перенесли в детское отделение. Его тоже мечтают отремонтировать и оснастить современным оборудованием. Между тем, отремонтированные залы откроют свои двери уже в мае. Глава сказал, что детское отделение тоже будут ремонтировать. Это все, конечно, средства большие. Я понимаю, что это тяжеловато, но тем не менее, город на это идет. И для жителей, и для наших будет вот такой центр притяжения. За последние 5 лет в Приморском крае было построено, капитально отремонтировано или реконструировано более 60 учреждений культуры. Это клубы, школы искусств и библиотеки. Их планируют преображать и дальше.